Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня приехал в музей железнодорожного транспорта Московской железной дороги. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Итак, друзья, пойдемте. Билет стоит 200 рублей. Плюс видеосъемка 200 рублей. Вот такая вот территория с елочками. Сегодня нас так холодно, друзья, вообще. Просто кошмар. Но мы все равно решили поехать на эту выставку. Смотреть паровозики. Смотрите, какие паровозики красиво стоят. Так, это паровоз. Вот так вот называется. Вот описание его. Вы можете нажать паузу и почитать. Пойдемте дальше. Это выставка прям на Рижском вокзале. Находится. Это уже современный поезд стоит. Вон там. Вон. Но это потом мы заснимем. Посмотрим сперва вот такие вот старые поезда. Классные такие. В моем поселке вот такой поезд примерно стоит, кажется. Когда поеду, я вам покажу. Так, это так вот называется. Вот его данные. Можете поставить на паузу и почитать. Так, пойдемте дальше. Вот еще паровоз. Какие большие они вообще. Такие колеса. Метр, наверное. Или сколько? Может, полтора диаметр. Так, паровоз. Как он называется? Вот информация. Читать просто мне не хочется, очень холодно. Ну вообще, конечно, классная выставка просто. Охренеть. Такие паровозы. Вообще круто. Так, вот название этого паровоза и описание. Ой, какой интересный, посмотрите. Такой интересный. Паровоз. Вообще. Тут еще мощнее колеса. Охренеть. Так, это вот его описание. Не знаю, видно вам, не видно. Так, пойдемте дальше. Ой, собака там. Боюсь собак. Надеюсь, у нас хозяином. Вот еще паровоз. Это в описании. Друзья, если вам не видно, я прошу прощения. Но читать я не буду, потому что очень холодно. Пойдемте дальше. Такие вот вагоны мощные.
Красиво, конечно, все. Арктика, Москва, Мурманск. Написано вот. Так, пойдемте дальше. Вот такой вот еще паровоз. Большой. Так, посмотрим его описание. Так, тут вот еще какое-то описание. Вагон пассажирский, цельнометаллический. Вот его описание. Так, вот еще вижу табличку. Так, вагон-салон владикавказского типа, четырехосный. Хотя бы буду вот так, что ли, читать, чтобы вам было более-менее интересно. Так, а здесь у нас что написано, интересно? Тепловоз. Тепловоз какой-то. Так, здесь у нас вагон грузовой. Крытый четырехосный. Так. Так, здесь много, охренеть. Вот еще. Вагон пассажирский, деревянный, четырехосный. Тепловоз какой-то. Да, у нас сегодня, конечно, холодновато для прогулок. Ну а что делать, дома сидеть-то не хочется. Здесь тепловоз. Тоже какой-то. Читать не буду. Это вагон. Лазарет. Лазарет вот вагон. Больничка на колесах. Вот пошли там еще таблички. Вагон операционный, о боже. Здесь вот операции делали. Тепловоз там какой-то. Паровоз. Это паровоз Победа. П-0001. Охренеть. Просто. В объектив даже не влезает. Представьте себе. Ну колеса какие. Посмотрите, какие колеса вообще. Видите? Победа, вон написано красиво. Так, это паровоз какой-то. Вот, вот еще стоит красивый такой вот экспонат. Тепловоз. Тут описание.
паровоз закрытый. К сожалению, внутрь попасть нельзя. Полазить по ним тоже нельзя. Так, это паровоз. Так, вот такой маленький какой-то. Очень маленький. Очень маленький паровозик. Тоже паровоз. Охренеть. Охренеть просто. Это тепловоз. Сейчас нафоткаю. Это 100%. Пойдемте дальше. Так, это тепловоз. Вот там табличка. Надеюсь, мне батарейки хватит. На морозе батарейка быстро заканчивается. Так, бегом, 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 бегом. Ой, боже, что это такое? Чудовище какое-то на рельсах. Ну и на рельсы чистит. Вот стоят. Направление осмотра экспозиции. Вот сюда. Идем, значит, сюда. Так. Электровоз. Вот стоит. Электровоз тоже вот. Зеленый. Такой маленький вагончик. Смотрите-ка. Игрушечный такой. Боже. Служебный какой-то. Это уже современные пошли. Электровоз. Вагоны. Электрички. Тоже электровоз. Так, ну мне вот первая часть больше понравилась, конечно. Все современное, не очень. Так. Пойдемте. Такой надутый, вообще красный, смотрите-ка. Электровоз. Красный. Лопату захуяли? Да нет, я ее покажу. У меня вот сразу. А, да, да, да. Мата прокладывается. Так вот, современный вагон. Современный вагон, пошли. Ну да, экспресс. Написано. Санкт-Петербург, Москва.
Классно, конечно. Классная выставка просто. Всем советую посетить. Просто сходите, не пожалейте. Не ленитесь. Реально хорошая выставка. Особенно для детей будет просто здесь шикарно. Шикарно, конечно, выставка. Летом, наверное, здесь можно еще полазить. Можно будет. Так что вот, как-то так. Вот какой большой, посмотрите. Электровоз. Это вот современный поезд. Два вагона и голова. Там такие кресла. Вон вижу, как в самолете. Охренеть. Ну, это как ласточка, наверное. Ну, да. А это вот... Тут вот тоже красиво стоят экспонаты. Мы победили, написано. Так, сейчас я вам покажу мордочку этого состава короткого. Что здесь написано? Электропоезд «Сокол». Ну, конечно, не видно ничего. Ну, ладно. Три, значит, головы. Красота. Сейчас пойду фотографироваться.